Привет, друзья! Вы на канале Инфобиз Контроль. Сегодня мы рассмотрим курс, который находится в топах Глопард. Он уже находится там давно. Его очень хорошо покупают, раскупают. Курс называется «Вечный заработок на хостингах от 120 тысяч рублей в месяц». Скачать вы его можете бесплатно по ссылке в описании. Сам курс находится, ссылка на скачивание находится на моем канале Telegram. Так что переходите по ссылке, подписывайтесь на мой канал в Telegram, и там будет ссылка, по которой можно скачать этот курс. Ну а перед началом обзора я, как всегда, рекомендую вам подписаться на мой второй канал, который называется Easy Money. Легкие деньги, простые методы заработка в интернете. И я в описании оставлю ссылку на вот этот вот видеоролик. Конкретно на вот этот видеоролик. Почему? Потому что здесь я описываю одну интересную схему, как можно выйти на довольно неплохой заработок при связке двух площадок, двух сайтов, которые вообще друг к другу никак не относятся. Но если к ним подойти с правильной стороны, то можно зарабатывать довольно неплохие деньги. Ссылочку оставлю в описании, посмотрите вот этот видеоролик, рекомендую, и надеюсь, он вам понравится, и вы подпишетесь и на сам канал. Ну а теперь давайте разберем наш курс. Итак, давайте начнем. Что у нас здесь? Здесь вот такой вот короткий продажник, но на самом деле он побольше. Сейчас мы перейдем по вот этой ссылке, и ну и там будут еще вкладки. А что сразу порадовало на этом продажнике, что нам здесь вот в этом 10-минутном видеоролике рассказывают, в принципе, на чем мы будем зарабатывать. И это очень хорошо, потому что в основном нам никогда ничего не рассказывают, просто вешают лапшу о том, что нужно купить курс обязательно, и через полчаса вы уже начнете зарабатывать 100-500 миллионов денег, ну и все такое, да. Ну, все мы знаем глопартовские говнокурсы, которые составляют там 99% из всего каталога Глопарта. К этому уже, в принципе, все привыкли. Ладно, вот такой вот продажничек. Просто посмотрите вот этот вот видеоролик, и там многое станет понятно. Дальше переходим к ответам на вопросы. Так, мои результаты, обзор. Ну, здесь вечно правдивые скриншоты, которые, конечно же, прям нереально подделать. Ну, в общем, понятно. Лично мне вообще не интересно вот это вот все читать. Никогда не будет интересно. Ну, потому что это вот просто от фонаря пишется. Всего было заработано 65 тысяч рублей. То есть за первые 3 месяца всего было заработано 65 тысяч рублей. Вот как это доказать, да? То есть где пруфы? Нет пруфов. А вот это все фуфел. Вот, понятно, идем дальше. Почему именно хостинги? Ну, понятно, здесь расписывается, почему именно хостинги, почему плюсы. Да, нам предлагают зарабатывать на партнерках от хостинга. Я забыл упомянуть. Сейчас об этом все равно поговорим поплотнее. Нужны ли реально вложения? Вложения не нужно, но если даже и нужно, то немного, 150, там, 200 рублей. Потолков по заработку здесь. Заработать 50-70 тысяч рублей в первый же месяц. Задача элементарная, даже для полного новичка. Ну вот это вот уже полнейшее вранье, потому что для того, чтобы выйти на заработок даже по этой методике 50-70 тысяч рублей в месяц, у новичка может уйти миллион лет, а не знаю, ну а с первых там стартов, то это вот, ну, вообще цифра, короче, нереальная. Естественно, она взята для того, чтобы, ну, просто привлечь, да, покупателей, чтобы продать этот курс. Сразу говорю, вот эта цифра, она нереальна, потому что партнерка на хостингах — это такая штука, которая, ну, смотрите, хостинг там стоит рублей, давайте возьмем какой-нибудь, там, не знаю, есть 100 рублей, да, в основном, когда люди создают какой-то сайт простой, они берут самый простой хостинг, который там сначала вообще могут бесплатно месяц сдавать, потом там он стоит 100 рублей, и вам из этих 100 рублей там рублей 40 отчислят, это по максимуму, да, вот, и сколько нужно сделать, продать таких хостингов для того, чтобы заработать вот такие вот деньги. Ну, считайте сами, да. Даже если посчитать, что вам по 50 рублей заплатят, то есть вам нужно 1000 клиентов найти. Для того, чтобы найти 1000 клиентов, ну, это нереально. Так, важно понимать, что доход в силу специфики бизнес-модели никогда не падает, все время растет. Ну, здесь и правда, и неправда.
вот в этих словах, смотря насколько вы раскрутитесь. Отзывы и результаты работы тестовой группы. Ну, в тестовые группы это вообще полный чёс. Вот, никогда вы не найдете ни одного человека, который участвовал в этих мифических тестовых группах. Нет никаких тестовых групп, никто этого ничего не тестил. Это просто автор. Понятно, что вы не узнаете, что это за автор, потому что на продажнике, как всегда, будет липовая фамилия. И тестовой группы никакой нет, и команды никакой нет, потому что часто эти авторы рассказывают, что над этим курсом работала целая команда, там все такое, хер там. Просто садится человек, начинает ваять вот эти вот все тексты, PDF-файлы, видеоролики, заказывать где-то, что-то сам делает, что-то заказывает, все это выкладывает, и все эти тестовые группы — это сказка. И сразу же начинает продавать. Никто ничего не тестит, и ничего подобного в этом нет. Тем более курсы, которые на Глопарк, основная масса из них, это 99%, это просто полный шлак, который там даже идеи на сами курсы, там берутся не то что идеи, а даже сами тексты, да, для PDF-файла, для вот PDF-курса, копируют с какого-нибудь форума, да, где это все расписано. Я уже не один раз об этом показывал, там когда-то в обзорах, когда текст просто скопирован с форума и выдается это за какой-то уникальный курс. Но это такое уже лирика, я куда-то пошел в сторону. В чем отличие между пакетами базовыми? Ну, тут понятно. Вот здесь можно посмотреть, в чем отличие. Инструкция PDF по заработку, личная поддержка. Расширенная инструкция по заработку PDF, VIP-поддержки, фишки, секрет, видеоуроки с разъяснением деталей. Готовый сайт, список хостингов, 10 готовых статей, специальный софт для упрощения работы. Окей. И как всегда, еще смотрим еще одно вранье. Получить доступ. Осталось 12 копий. Из 50 или что-то такое, да, здесь осталось 2 копии из 14. Естественно, тоже вранье, их продано уже просто там немерено. Вот здесь на скриншоте мы можем посмотреть, что их продано уже на 750 тысяч копий вот этих вот курсов. Ну, то есть 750 тысяч — это только выплачено партнерских отчислений. То есть этих экземпляров уже продано там 1000, наверное, там или сколько, я не знаю, в общем. Так что вот это опять тоже все вранье. Денис Киселев. Ну, это понятно, там выдуманный какой-то персонаж, почта для связи и все такое. Ну, в общем, все понятно. Единственное, что я даже не увидел здесь никаких вот этих 100% гарантий. Количество копий обучающего курса ограничено, конечно же. Ну, опять же, все вранье. Вот, ладно, давайте посмотрим, что у нас за курс и из чего он состоит. Ну, и все в этом роде. Так вот выглядит сам курс. У нас 5 папочек, тут список прибыльных хостингов, PDF-файл, ну и все в этом роде. Но я специально для вас увеличил, чтобы оно было так хорошо все видно, да. Давайте начнем видеоуроки. Я когда скачал этот курс, естественно, я зашел в видеоуроки и надеялся, что здесь сейчас будет какой-то видеоролик или несколько видеороликов, в которых автор подробнейшим образом мне расскажет, как мы будем зарабатывать от и до и все такое. Но в итоге оказалось все не так. Видео уроки вообще никакие, ни о чем. Ну как ни о чем, они в принципе относятся к курсу, но они просто здесь дают разъяснение. Вот запись скринкаста, как делать скринкаст с помощью программы Camtasia Studio. Ну, то есть это программа, вот с помощью которой даже я сейчас записываю видеоролик, то есть сделать нам видео с экрана. Таких видеороликов в YouTube вагон и маленькая тележка. Также установка сайта, настройка личного кабинета. Скорее всего, может, вот эти видеоролики, они были скачаны где-то на сторонних ресурсах просто. Дальше, инструменты. Camtasia Studio, собственно, о которой я и говорил, Notepad++, ну это понятно, блокнот, с помощью которого можно файлы, тексты открывать, Synonym Pro, Video Spin Blaster, так, сайт, ну сайт понятно, это все файлы, которые нужно закачать на хостинг, и мы получим сайт. Далее, статьи для озвучки. То есть здесь есть определенные статьи, которые мы можем озвучить, да, вот так взять на микрофон, записывая скринкаст, и потом выложить. Так, статьи для сайта. И дальше идет
Вот, инструкция, пакет максимальный. Это и есть, собственно, сам курс. Состоит он из 77 страниц. И за вот такие вот курсы я бы этих авторов расстреливал. Почему? Потому что человек берет и делает курс в PDF-файле. Это позапрошлый век. И так поступают в основном только мошенники. Как я говорил, они часто копируют вот эти тексты все просто с какого-то форума. Есть очень-очень много форумов, в которых есть разделы по заработку в интернете. Есть некоторые форумы, посвящены полностью заработку в интернете. И часто там, ну, есть некоторые авторы, которые выкладывают статьи на этих форумах и в статьях расписывают какую-то методику заработка в интернете. Вот, допустим, да, там на веб-хостингах расписывают. А потом вот такие всякие типа авторы, типа Дениса Киселева, просто берут, копируют оттуда тексты, переносят их в PDF и продают на Глопартах, ePay'ах и еще на других помойках и предоставляют это как курсы, свои собственные курсы по заработку. Я сейчас не говорю о том, что курс там не рабочий или рабочий. Это вообще не имеет значения. Я имею в виду, что если бы автор был бы нормальный, он бы взял, сделал бы скринкаст, вот как он там как дал видеоролик, да, в своем курсе, видеоролик, в котором рассказывается, как делать скринкасты с экрана, то почему ты сам не взял и не сделал скринкаст? Почему ты не взял и не рассказал, как это все делать, как зарабатывать? Да? Почему ты не взял и не показал? Нет, ты сидел, печатал вот эти вот текста, да? Вот эти вот все текста, брал вот эти вот картинки, вставлял вот картиночки, все это делал на 77 страниц. Нахер это нужно кому-то? Почему? Потому что, ну, это нужно только вот всяким горе-авторам, которые из себя ничего реального не представляют, они работают под выдуманными именами. В общем, я думаю, с этим все понятно. Ладно, давайте поговорим о самом заработке, который нам предлагает автор. Автор нам предлагает зарабатывать на партнерских программах хостингов. Что такое хостинг? Собственно, это определенные ресурсы, которые нам предоставляют место для сайта. Вот у меня, допустим, есть сайт. Вот, у меня есть сайт, который называется InfoBizControl, да, ссылка тоже на него есть в описании, можете перейти посмотреть. Для того, чтобы создать такой сайт, нужно купить хостинг. Нужно купить домен, купить хостинг, все это связать и на сам хостинг залить сайт, либо взять какой-то шаблон, можно взять стандартный шаблон, либо взять вот такой вот, здесь у меня не WordPress-овский стандартный шаблон, а этот шаблон из платных шаблонов, в общем. Вот. Их на самом деле там миллион этих разных шаблонов. Тут дело не в этом. В общем, для того, чтобы сделать сайт, нужен хостинг. Хостинги имеют разную цену. Во-первых, зависит, конечно же, от самого хостера, где вы покупаете хостинг, да, где вы платите за него. Плюс зависит от того, какие вам ресурсы нужны. Возможно, вам нужно много места, вы захотите туда залить какой-то очень тяжелый сайт, или вы хотите сделать там целую сетку сайтов, и вам нужно много места. То есть, но самое дешевое, примерно там, да, допустим, 100 рублей стоит, такой стандартная цена, 100 рублей за хостинг, 100-120 рублей. И вы можете взять свою реферальную ссылку с какого-то определенного хостинга, допустим, дать ее человеку, которому этот хостинг нужен. Если он по этой ссылке перейдет и заплатит за этот хостинг, вы получите определенную свою долю. То есть это партнерская программа, это стандартная штука, в этом нет ничего плохого. Партнерские программы — это очень важная вещь, которые помогают развивать вообще. Это вообще все в интернете практически. И вы получите, ну, допустим, со 100 рублей 40 рублей себе. Хостинг вообще, оплата идет за месяц, да? Ну, она может за месяц идти, там, человек может за год сразу заплатить, при этом даже какую-то скидку получить. Тут не имеет значения. Но смотрите, вот я заплатил за хостинг, допустим, для того, чтобы вот этот сайт загрузить сюда. Через некоторое время, когда у меня оплата уже, время подойдет, я заплачу еще раз. И в чем прикол партнерской программы хостингов? В том, что вы, когда человеку дали ссылку, и он перешел по ней, и он пользуется этим хостингом, вот если он будет сайтом всю жизнь, сайт этот всю жизнь держать и платить за него, вы всю жизнь будете получать партнерские отчисления. Но только, как правило, в хостинг дает первое партнерское отчисление. Оно довольно большое, оно может там и 50, и 60% составлять, или там 40%. А
последующие, когда человек уже платит там, ну, остальные платежи, ну, там она уже может падать, и вы, допустим, будете получать только где-то процентов 20, может 30. Ну, все зависит от самой партнерки хостинга. Но самый большой плюс в этом, это то, что сколько вот существует сайт и сколько человек платит за этот хостинг, столько вы будете получать. То есть это может длиться годами. Поэтому на продажнике этого автора написано, что даже если вы там забросите это дело, то все равно вы будете получать деньги. Ну вот в этом, в принципе, состоит плюс этого заработка. Вот. И автор нам предлагает на этом зарабатывать. И что я вам скажу? Возможно ли на этом зарабатывать? Конечно, возможно. Но, конечно же, будет и но. А, смотрите, давайте зайдем на YouTube. И здесь просто забьем вот такое слово. Хостинг. Можно хостинг для сайта. Можно. Ну, давайте для сайта. Хостинг для сайта. Да? И вот есть видеоролик. У него 17 тысяч просмотров. Есть вот как выбирать хостинг раз и навсегда. Тут 8000 просмотров. Бесплатный хостинг и домен, загрузка сайта на GitHub. Тут год назад 40 тысяч просмотров. Так, топ-5 лучших хостингов. Ну вот давайте, вот я зашел на этот видеоролик. Мы смотрим, здесь просмотров у нас 27 тысяч. Если мы откроем вот это вот описание, здесь мы увидим 5 лучших хостингов. Первое место GPD Host. Дальше идет какой-то хост Украина. Digital Океан. Четвертое, пятое место. Как видите, здесь вот есть эти ссылочки. Они все скрыты под сократителем ссылок. Но на самом деле, естественно, это реферальные ссылки. Если мы перейдем вот... Мы ищем себе хостинг какой-то, нарываемся на этот видеоролик, переходим, и здесь вот есть вот такой вот у нас сайт. И он еще англоязычный, я не знаю, здесь можно переключиться на другой язык или нет. И мы вот, допустим, берем, нам нужен какой-то хостинг, мы его покупаем, оплачиваем, и человек, который вот этот видеоролик выложил, он получает партнерское отчисление. Думаю, ну, система понятна, да? И автор, собственно, нам и предлагает создавать подобные видеоролики, статьи и все остальное, и через них привлекать людей, которые будут покупать эти хостинги, и, собственно, мы на этом будем зарабатывать. Вроде бы все звучит чудесно, но давайте поймем одну штучку. Таких видеороликов создано на YouTube, допустим, уже... Я просто даже не знаю, какое количество. Ну, их просто миллион, наверное, там создано. Ну, очень-очень много. Вот. И для того, чтобы с них зарабатывать, с этих видеороликов, как нам говорит автор, нужно попасть, ну, наверное, на вот эту первую там страницу. Я не знаю. Ну, в общем, нужно быть в каких-то топах. Но это сделать очень трудно. Вот. Сколько бы вы там тегов не прописывали, там чего-то еще, все это очень трудно. И у вас, если бы был какой-то канал, который посвящен именно этой тематике, да, именно сайтам. То есть вы бы там рассказывали, как сделать сайт на WordPress, как на Joom или что-то еще. Есть такие каналы, которые об этом рассказывают. То есть вы в этом должны понимать. И там вы еще заодно вот рекламируете какой-то хостинг. То тогда на этом зарабатывать. Нам автор же предлагает просто записывать скринкасты с экрана, выкладывать их и опять же на этом зарабатывать. Но вы хоть миллион этих видеороликов запишите. Вы 70 тысяч, как он обещает, за месяц, за первый вы точно не заработаете. Хотя вполне возможно, что там какой-то из ваших видеороликов где-то немножко прострелит, и вы даже что-то с этого заработаете. Опять же, сейчас я не говорю, что этот курс абсолютно плохой и не рабочий. Дальше он нам предлагает сделать сайт. Это уже он называет таким масштабированием, да. То есть мы можем сделать сайт, самый обычный на WordPress, даже можно там опять же найти какой-то хостинг, который первый месяц бесплатно дается. Но в любом случае придется домен купить, хотя и домен можно бесплатно сделать, но лучше этого не делать. Да? Лучше взять нормальный хостинг, нормальный домен и собственно на него заливать статьи. Потом он нам дает статьи для нашего сайта вот с разными хостингами, да, вот допустим TimeWeb. Он нам дает статью, которую мы можем разместить у себя на сайте. Вот такая вот статья, и мы ее можем разместить у себя на сайте. Ну и, соответственно, там выложить, вот даже можно под разные слова, там можно свои
реферальные ссылки выложить. Но автор дает эти статьи, это все весело, их можно загрузить себе на сайт. Но дело в том, что эти статьи работать не будут, ну, потому что эти статьи уже размещены очень многими людьми. Как вы знаете, в интернете все поисковики, там все это, они не любят, когда статьи все перекопированы. То есть, если статья не уникальная, то она уже в поиске участвовать не будет. Но опять же, я же говорю, все это сделать можно. Можно сделать сайт, можно сделать вот эти, разместить на нем вот эти статьи. Можно даже взять, опять же, использовать какой-то синонимайзер для того, чтобы немного уникализировать эти статьи. Но это работать нормально не будет. Ладно, дальше идем. Статьи для озвучки. Что это такое? Ну, автор нам предлагает опять же взять, ну вот, и он нам предлагает записывать видеоролик, вот как я сейчас, да, записываю скринкаст. Ну, только, естественно, лучше открыть сайт с таймвебом и здесь проговаривать вот этот вот текст. Естественно, помимо вот этого вот всего текста, нужно будет показывать что-то на экране, показывать сам хостинг, возможно, где-то переключаться, да, на какие-то страницы, показывать преимущества. Вот это вот более-менее реальная штука. Вот, потому что именно копирование видеороликов, оно еще не так засекается, как копирование текстов, да, в поисковиках. Но на самом деле вот это вот еще куда ни шло. То есть можно создавать видеоролики. Вот тексты для этого есть. То есть получается, что самому уже придумывать ничего не нужно. Просто читайте текст. Здравствуйте, на связи, там такое-то, такое-то. В этом небольшом видео я хочу сделать обзор на один из самых популярных в Рунете хостингов TimeWeb. Давайте разбираться, что в нем такого особенного. Ну и погнали, да, вот так вот говорите. Просто надо не тупо читать, а можно даже какие-то где-то словечки вставлять, ну, чтобы это было так более интересно. В общем, делаете такой видеоролик, создаете канал, на канале выкладываете вот эти видеоролики о хостингах. Эти видеоролики никто смотреть не будет, они там где-то останутся в жопе, и все, и нихрена вы не заработаете. Это такой сценарий 99% людей, которые запишут эти видеоролики, а кому-то, может, повезет и что-то выстрелит. Но я вам скажу одно. Если вы вообще еще не зарабатываете в интернете, то вот возьмите, сделайте это, вот то, что здесь написано вот в этом курсе. Почему? Потому что я именно в свое время, я не помню уже, сколько лет назад я начал интересоваться вообще заработком в интернете, да, это давно было. Именно прям вот, когда я начал зарабатывать я где-то лет 8 назад начал, именно когда я уже уволился с последней работы. Ну, естественно, интересоваться заработком я начал задолго до этого, и в какую только херню я не занимался. Я вам скажу, что вот такие вот курсы, естественно, у меня их даже там на каком-то старом ноутбуке, если зайти, у меня их там сотни, наверное, этих курсов. И благодаря вот таким курсам я очень многому научился. Если вы еще не зарабатываете, я вам очень советую просто сделать то, что здесь написано. Это вас уже кое-чему научит. Дальше оно вам, как сказать, воздастся. Это все придет в плюс. И тем более, когда у вас уже будет сайт. Ну, сайты вы можете создавать, можете не создавать, потому что там все-таки для сайта кое-какие вложения потребуются. А, допустим, канал на YouTube вы можете создать совершенно бесплатно, залить на него видеоролики. И поверьте, эти видеоролики, они вам лишними не будут. Просто пускай они валяются в этом интернете. Пускай они там валяются. Может, даже где-то какие-то прострелят, где-то кто-то их посмотрит и перейдут. И вы там даже какие-то копейки, может, и заработаете. Вот. То есть это лишним не будет, но у вас уже будет канал какой-то там где-то валяться, и вы уже чему-то научитесь. Я 1000 раз во многих своих обзорах говорил, что даже самые говенные курсы по заработку, а говенные они там практически почти все, да, которые сейчас выпускаются там на Глупарте или где-то еще, они все равно вас чему-то учат. Вот этот конкретный курс, здесь, по крайней мере, более-менее вменяемая тема дана. Но, конечно же, вы не заработаете там 50-70 тысяч, как говорит вот этот вот выдуманный автор. Так что все равно вы это сделаете, пусть этот канал там валяется в интернете. Поверьте, у меня есть каналы, которые я создавал там давно, не знаю даже для чего. У меня есть каналы, на которые я закидывал там 2-3 даже каких-то видеоролика. Они у меня валяются, и там на каком-то там 300 подписчиков, на другом там больше. Они мне сейчас не нужны, эти каналы, но у меня, если, допустим, появится какая-то новая идея, я возьму оттуда, удалю видеоролики, поменяю ему название
и начну туда выкладывать уже какие-то новые видео, а у меня там уже будет какое-то количество подписчиков, да, то есть уже хорошо. Так что то, что здесь написано, скачайте. Как скачать вообще курс вот этот? Переходите, внизу есть ссылка на мой канал в Телеграме, канал Инфобизконтроль. Нажимаете на нее, подписывайтесь на канал в Телеграме, и следующая ссылка идет именно на статью, там, где ссылочка идет на уже на само скачивание. Вот, все очень просто. Друзья, я вообще видеоролик этот уже затянул просто капец как. Так что давайте, наверное, уже будем завязывать. Не забудьте подписаться на мой второй канал. Как я и сказал, я оставлю в описании ссылку на вот этот вот видеоролик, который называется «Тут платят 500 рублей за одно задание». Там я рассказываю схему, как можно при связке двух вообще независимых сайтов зарабатывать довольно неплохие деньги. Там все на примерах, все показываю. Думаю, каждому будет интересно. Ссылка в описании. Ну что, друзья, на этом все. Все ссылочки есть в описании, переходите, там подписывайтесь на этот канал, не забудьте подписаться. Если вам не трудно, помогите развитию этого канала, чтобы мне было более охотно здесь что-то записывать. И поставьте лайк видеоролику, сделайте там какой-то, напишите комментарий и обязательно сделайте репост этого видеоролика в какой-нибудь своей социальной сети, а может во всех своих социальных сетях. Мне будет очень приятно, и это очень поможет и будет подталкивать к записи новых видео. В общем, друзья, на этом все. Извините, что так затянул. Зарабатывайте много и честно. Пока.